Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу! И ни в ком другом нет спасения, братья, сестры, дорогие друзья! Приветствую всех сладчайшим именем Господа нашего Иисуса! Иисусу слава! Иисусу слава! Сегодня здесь, в Туле, молюсь о семинаре, о продолжении семинара, потом, который я не завершил, который начал в Белгороде, но по некоторым причинам из-за смерти вот тестя, похорон отменилось, будем так говорить, все. И служение там перенеслось чуть на более позднее время. Вот, и надеюсь уже, наверное, через недельку, наверное, быть уже в Белгороде. И как раз в продолжение семинара буду говорить об истории, не только вообще истории христианства, даже больше буду говорить об истории реформации, вот, и вообще мировой истории, глазами Библии, глазами Слова Божьего. Потому что глазами действительно Божьими, глазами Слова Его, история видится действительно совершенно уникально. Как история от падения, от любви божественной, от Бога, и история восстановления, возрождения, тикун олам, исправления мира. И кульминационным событием в этом исправлении, в этом спасении является Голгофский крест Иисуса Христа, является сам Спаситель наш Иисус Христос, является действительно Слово Божье, ставшее человеком. Именно о нем буду говорить, и не только говорить, с пастором Дмитрием как раз я говорил об этом, вот, покидая в этот раз, так вот, непредвиденно, форс-мажор, как говорится, да, значит, такие были обстоятельства, покидая Белгород, уезжая из Белгорода, вот, прощаясь с пастором, я, значит, как раз и сказал, что было бы хорошо семинар немного в ином ключе завершить. Продолжить и завершить именно как семинар молитвенный, как семинар в молитве, как семинар не только, даже не столько информатики, да, сколько духа. Потому что сегодня действительно люди нуждаются в этой божественной любви не меньше, я так полагаю, даже еще и больше. Это осознание все больше и больше является, проявляется в человеческом роде. И в нас, верующих, это да проявится. Потому что вся тварь, все творение ожидает, стенает и мучается, да, ожидая вот этого откровения сынов Божьих. Откровение потрясающее по своей глубине, которое уже 2000 лет раскрывается, но оно так и не раскрыто еще, но раскрывается, как бутон, как цветок раскрывается. И в нашем поколении да раскроется во имя Иисуса Христа. А тайна сия, самая великая тайна, таинство, Христос в нас, упование славы. Именно об этом, по сути, вся тема истории христианства говорит. Вся тема, вообще весь курс истории христианской церкви говорит именно об этом. Потому что на протяжении 2000 лет раскрывается эта великая тайна. Вот так вот, друзья, благословляю всех вас во имя Господне. Уже с Белгорода буду стараться выходить тоже и в эфир, вот, и да и здесь, в Туле, надо бы возобновить эту хорошую традицию именно утренних эфиров, да и вечерних тоже эфиров с хлебопреломлением, с причастием, евхаристией. Но пока вот эти дни не выхожу, но призываю к этому вас, дорогие друзья, призываю к хлебопреломлению, к причастию, евхаристии ежедневной с рассуждением о теле крови Христа. Пусть Бог благословит вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа. Да, и семинар молитвенный продолжим. Объявление сделаю чуть позже в городе Белгороде. С миром Божьим!